Фредерика, дорогая, как ты себя чувствуешь? Позовите отца сына. Не успела уехать, как у вас все рухнуло. По вашей милости, никуда отлучиться не могу. Ваше Величество, болезнь принцессы была внезапной. Слишком внезапной, я бы сказал. Александр Иванович, может быть, ты мне что скажешь? Ваше Величество, ничего подозрительного замечено не было. Возможно, болезнь принцессы действительно наследственная. А может, плохо ищешь, Александр Иванович? Ваше Величество. Еще раз все проверь. Хоть носом землю рой. Объясни мне, откуда взялась эта болезнь. Слушайся. О, великий угодничий Христов, страстотерпчий врачу, многомилостивый Пантелеймоне, умилосердися над рабой Божией, услыши стенание и вопли, умилостиви небесного верховного врача души телес наших, Христа Бога нашего, да даруйте исцеление от недуга ее гнетущего, посети ее благодатным твоим посещением, да дарует рабе Божией предстательством твоим здравие телу и спасение души. Аминь. Вы выяснили, что с принцессой Фредерикой? Я уже докладывал, Ваше Величество. Принцессу поразила неизвестная болезнь, возможно, наследственная. Я делаю все, что в моей... Она выживет? С Божьей помощью. Листок, если что-нибудь случится... Я спрошу с вас, а не с Бога.